Номинация «Воспитать человека» Наталья Васильевна Копосова, учитель начальных классов школы номер 1. Педагогический стаж 25 лет. Образование – Котласское педагогическое училище и Коряжемский филиал САФУ. Считает, чтобы вложить в детей как можно больше ценных мыслей, полезной информации и знаний, нужно посвящать работе практически все свое время. Конечно, самое-то главное для меня – это воспитать человека, ребенка, чтобы он был честным, справедливым и, конечно же, помогал и своим ученикам, и родителям. Номинация «Воспитать человека» Ольга Борисовна Кочнева, учитель начальных классов школы номер 75, педагогический стаж 24 года, образование Санкт-Петербургский государственный педагогический университет имени Герцена. Считает, что инклюзивное образование – это путь к толерантному обществу. Воспитываем в детях те качества, которые помогут им вообще в дальнейшем, ведь в нашем обществе много появляется и детей, и в дальнейшем взрослых людей, да, особенных, скажем так. И не нужно их и бояться, и сторониться, а нужно также общаться и жить рядом с ними. Номинация «Учитель года» Елена Владимировна Бушковская, учитель физики в школе номер 18, педагогический стаж 4 года, образование Вологодский государственный педагогический университет. Считает, что в профессии учителя главное заслужить уважение и доверие своих учеников. Я люблю свою профессию за то, что в нее погружаешься с головой. Ты ничего, кроме своей профессии, не видишь и не знаешь. Даже семья иногда уходит на задний план, а важная для тебя остается только школа. Номинация «Учитель года» Ольга Васильевна Курдюкова, учитель математики в 7-й школе. Педагогический стаж 17 лет, образование – Поморский государственный университет имени Ломоносова. Считает выражение великого ученого о том, что математика приводит ум в порядок, очень точным и правильным. Учащимся, которыми я горжусь, один из них, например, Ширкин Тимур. Он у меня ежегодно занимал места на олимпиадах. 3 раза мы участвовали с ним в исследовательских работах. Сейчас он учится в Санкт-Петербургском государственном университете. Входит в топ-группу лучших учеников математика, информатика. Ну и сейчас у меня 11 класс, есть ребята, группа ребят, которыми я также очень горжусь. Мачилгин Николай, Михаил Горбунов, Лиза Чепурда. Я надеюсь, что их тоже ждет большое будущее. Номинация «Учитель года» Наталья Васильевна Волкова, учитель начальных классов школы номер 17, педагогический стаж 15 лет, образование – Коряжемский филиал САФУ. Всю себя без остатка она дарит детям. Девиз – трудное сделать привычным, легкое – приятным. Кроме того, что мы изучаем на уроках русского, на уроках математики, у меня еще самое главное – развить в них творческий потенциал, творческую жилку.